V-образный двигатель. Всем привет! Сегодня на обзоре у нас ХТЗ Т-150. Начать я хочу с салона. Посмотрите, стоящая лакшери. Все в коже, потолок, сиденье и даже обшивка дверей. Рулевое управление здесь 500 дозатор, а это значит, что у него руль легче, чем у Мерседеса. Здесь стоит мазовский атмосферный V-образный двигатель мощностью 180 лошадиных сил. И этот мотор очень выносливый и неприхотливый. И здесь полный привод. На нем стоит светодиодная оптика, которая светит дальше 60 метров. Кабина здесь нового типа «Дельфин», а это значит, что она стала выше и просторней. И мне, как девушке, больше нравится ХТЗ, чем МТЗ. Ведь он больше. А какой трактор выберешь ты, ХТЗ или МТЗ? «Бостон Техник» – только топовые трактора.